А? Рибол, дорогие преданные, всех приветствуем, кто уже подключился. Говинда Чаран Прабу, Андрей Прабу. Такие вот чудесные наряды, красивые цвета сегодня у нас на Маха Харинаме, посвященную Дню Победы, 9 мая. Хари Кришна, Павел. Вся слава преданным, вся слава Шри Прабхупаде. Да, друзья, делитесь с эфирчиком, пускай все присоединяются. Долгожданный эфир. Как видите, друзья, преданных не смутило. А нынешняя погода, холода. Я думал назвать не в честь 9 мая, а как это, новогодняя Махаринама. Судя по погоде, она, конечно, не соответствует весеннему настроению. Такая метель, юга. Но преданный все равно счастливый. Джай Махамантра Прабуджи. Вы же сегодня воспеваете, правильно, на нашей Маха Харинаме. Мы просто ждем вас с нетерпением. Видел уже вашу супругу. Она также уже где-то тут. О, Артурчик, Харибол. Харибол, Харибол. Харибол, фотограф. Ну, в общем, все сегодня преданные. Включаются вот наши дорогие Шетадипа Падма, Гакула Гапали. Самые, да, восторженные харинамщицы. Ну, в общем, мы начинаем идти. Джай. Давайте, друзья, пишите комментарии. У кого не было возможности присоединиться, болейте всем сердцем за сегодняшнюю ягью. Заварите что-нибудь вкусненькое, попить. Харибол Марьяна присоединилась. Тоже часто, регулярно посещает наши эфиры. Спасибо вам. Всегда от вас поддержка чувствуется. И, конечно, присоединилась Матаджи Виктория, которая у нас из Греции. Да, Ананда Бола Хари Прабу и Джанардана Прабу, они сегодня здесь с нами. Джанардана Прабу как этот организатор. Сегодня настроечку давал. Не очень удобно переключаться, я бы тоже поприветствовал сегодня, кто не знает, Захар, да, снимаю трансляции, люблю это дело. Давайте пройдем вглубь Харинамы. Вот такая вот она вот красивая. Надеюсь, сегодня максимально выглянет солнышко. И также можете получить даршан сегодняшних божеств. Сегодня с нами трубач Николай, как всегда. Все самые любители киртана,
пейзажисты, каратолисты, мридангисты. Джанарда на Прабу тоже присоединился к эфиру. Вам как раз был привет передавали от Виктории из Греции, Сананда Болу Хари Прабу. В общем, мы двинулись, благословите преданный на нектарную трансляцию, чтобы все прошло успешно. Возможно, солнышко выглянет еще, будет вообще супер. Все достают свои инструменты, фотоаппараты, камеры. Да, сегодня эфиры также проводят несколько групп. Према Харинама проводит, Югадхарма. Мадхава Хари Прабу, как всегда, в служении передает вам сердечные приветы. Ну, в общем, друзья, обязательно будьте с нами, потому что это уникальное событие. Махаринама проходит 4 раза в год. Ставьте сердечки, делитесь и давайте, чтобы эта Харинама набрала как можно больше просмотров, лайков. Ну, в общем, как всегда все. Матаджи Дарья не пропускает Махаринаму никогда. Всем привет! Всем, кто только подключается, примите наши поклоны. Господь Джаганнатха сегодня также с нами. Получите даршан. Обожаю Махаринаму и много людей. Всегда это очень торжественно, масштабно выглядит, такие мероприятия духовные. Это особая такая мощная проповедь, когда вот такая красивая харинама идет и много людей. Друзья, может будут проблемы со связью. Да, друзья, вот я озвучивал, может будут проблемы со связью, вот какой-то участок. Это неизбежно, как и стоят пушилки прямо в центре Москвы. Поэтому просьба проявить терпение, если где-то отключила связь, подождать несколько минут, и она возобновиться должна. Но если что-то очень плохо, то тогда напишите, пожалуйста, в комментарии, если будет прям плохая связь. На Махаринаме собираются все любители харинам, все группы харинам объединяются в одну. В Москве их уже где-то порядка 6, 7, 8 групп, точно уже сложно сказать.
на разных станциях метро проводят преданные харинамы. Хари Кришна, да, обязательно Матуша Виктория передадим, я уже озвучил. Леонардо на пробу вот подключился на время, видимо. Надеюсь, трансляция пройдет успешно, будет проблемы со связью. Пожалуйста, благословите на это. Могу ориентировать во время трансляции, где мы сейчас проходим. Понятно, что сейчас мы направляемся по Кузнецкому мосту, а там, где мы будем поворачивать, где-то запрещено идти, где-то нет. Это бывает даже спонтанно меняется. Поэтому вы пишите в моменте, где мы сейчас проходим, и я вас ориентирую. Сегодня только так, потому что на Махаринамах всегда все немножко спонтанно происходит. Кто сегодня с нами, еще напишите, друзья. Матаджи Джана Павани подключилась, Харибол. Сегодня приехала из Святой Дхамы Матаджи Нилачала. Многие знают эту вайшнави замечательную, которая посвятила свою жизнь распространению славы святого имени. Так забавно получилось. Матаджи Нилачала недавно писала мне, спрашивала про погоду. Это было неделю назад где-то, и было прям, мы как раз проводили в Подмосковье харинамы, было довольно-таки тепло. Я написал: отличная весенняя погода, обязательно приезжайте, не замерзнете. И тут такой поворот. Несколько дней прям реально зимняя погода. Снег даже в мае выпал, это ж надо такому случиться. Но это материальный мир, он нестабилен, он изменчив, переменен, переменчив, вернее.
Арибол, друзья, напишите, идет ли сейчас связь нормально. Слышно ли, видно? Матаджи, а можно вас попросить, можете в контакт зайти и посмотреть, идет ли трансляция? Идет ли трансляция, по-моему, что идет. А, идет, да? Все нормально, все супер. Преданный, ну, я посмотрел, вроде трансляция идет, все нормально. Только вы никто не отвечаете, не пишете. Все, супер, спасибо. Спасибо, Матаджи Виктория. Матаджи Девиатхама, наверняка вы ее тоже помните. По туре из Греции. Вчера была такая, знаете, аскетичная харинама у нас. Прям целый град был снега, сильного ветра в Одинцово. У нас, кстати, есть эта запись эфира. Прям можете с самого начала посмотреть. Преданные предавались максимально Гаурашакти. Но мы все-таки провели эту ягью. И многие преданные были счастливы. Кто-то даже написал, что за последние 5 лет это была самая вообще мощная, классная харинама. Я пропаду,
стационарно на Прагу, поделился своими эмоциями касательно того, что происходит вокруг. Женщина в восторге тоже от того, что происходит. Да, друзья, ну тут просто нечего даже комментировать. Настоящий торжественный праздник для души. И все, кто так или иначе сегодня соприкоснулся со святым именем, с этой харинамой блистательной, это нас по-настоящему удачливые души, других слов не подобрать. И мы с вами тоже удачливые, что у нас есть возможность, знаете, повторять это имена
иметь веру в этот процесс. Это действительно очень ценно. Мы даже себе не можем это представить. Сколько до этого ушло, миллионы, тысячи жизней, рождений, смертей, болезней, старости, чтобы в конечном итоге осознать важность того, чтобы поставить Бога в свою жизнь, чтобы повторять святые имена, чтобы общаться с преданными. Кто согласен, поставьте плюсик, пожалуйста. У кого такой же опыт и такая же благодарность за ценность, которую нам дал Шрила Прабхупада, напишите, что особенно вы цените. Клим в деле. Очень энтузиастичный, преданный. Очень раскрепощенный. Это по-настоящему, знаете, сознание освобожденной души. Очень простой, раскованный. Еще раз. Пожалуйста, просто смотрите, по 4 человека. А то у нас такая сзади шишка. По 4 человека. По 4, пожалуйста. Так вот тут вмешивается организация данного шествия, чтобы все было красиво. Надо контролировать свои чувства все равно. Не сбиваться. Идти в рядах. Чтобы там не было. Всегда помни, что это служение. Еще раз. Мы делаем это для Кришны. Как Джанардана Прабху сегодня на настройке озвучил очень важную вещь. Да, все может быть прямо от иголочки одето. Все может быть красиво. Все идут в ряд. В ногу, так сказать. Но самое важное, это наше настроение, что мы вечные слуги Кришны. И вот в этом настроении совершать служение на Харинаме. Мата Жиана в деле. Тем временем брады правления взял в свои руки Доял Нрисимха Прабху. Очень возвышенный, преданный. А тем временем преданным уже сложно держать себя в руках. Ну, кто же там Харибол, приветствуем всех, кто подключился.
преданные подключились Матаджи Юлия, Матаджи Ирина, Матаджи Елизавета. С праздником, дорогие друзья! Спасибо, что вы с нами всегда! Мы с вами Господа ходили вместе! Да, супер! Вот вам настройка Говинда Чарана Прабху. Те, кто, может, не в строю, но так или иначе подъехали на Харинаму, идут, поддерживают, либо подключились на трансляцию, я уверен, поддержат, нажав кнопочку «Нравится». А это не может не нравиться, как мы знаем. Харинама, она пленяет, она способна пленить любой ум, любое сердце, даже самое грубое. В этом и могущество того процесса, который нам дал Господь Чайтанья. Люди в нашу эпоху, они имеют каменные сердца, грубое сознание. Но сила святого имени, сила святого воспевания святых имен, она заключается в этой милости, в этой самой милости. Способная разбудить, пробудить нашу спящую душу. И эти участники, вот харинамы, которых вы видите. Они действительно почувствовали этот опыт счастья. Так, кто еще не получал даршан божеств, получите даршан божеств и преданных. Господь Джаганнатха, Нитьянанда, Гауранга. Вот такая вот сегодня мощь милости с нами сегодня. Нет, Матаджи Юлия, это не Камергерский переулок, я сейчас скажу вам, секундочку. Сейчас мы проходим Столешников переулок, дом 7, Столешников. Супер, ждем вас, всех, кто хочет так или иначе присоединиться. Подключайтесь, друзья, делитесь эфиром. Господь Патита Павана переводится как «Спаситель падших». И да, друзья, это может быть сложно как-то осознать, что мы падшие, но это как, знаете, как пробуждение ото сна. Пока ты находишься во сне, очень тяжело понять, что это был сон, пока ты не пробудился от этого сна. И то же самое, пока мы не соприкоснулись со святым именем, с преданными, пока наше сердце, насколько это возможно, не очистилось, нам очень сложно понимать и видеть наши недостатки, видеть вот страдания в этом мире. Вот так вот пленяет иллюзия материальной природы, энергии Господа.
что мы верим в это счастье в материальном мире, хотя вокруг страдания, вокруг люди умирают, вокруг смерть. Да, как Мата Жирина любит говорить, писать вернее, оптимизм зашкаливает, но это реальная правда жизни. И оптимизм, он заключается в том, что у нас есть эта милость Господа Чайтани. Нам нужно только открыть свое сердце, сделать этот первый шаг навстречу Богу, и жизнь, она уже не будет прежней. И чтобы почувствовать эту связь с Богом, нужно подсоединиться. Эту связь дает совместное воспевание святых имен в обществе преданных. Просто если вы уединитесь где-то в пещерах Гималаев и будете повторять святое имя, оно не будет иметь той силы, когда объединяются преданные, когда это происходит в настроении служения духовным учителям. Тогда благословения исходят от всей Парампары к нам. Измерение, где жизнь исполнена вечности, знания и блаженства. Уважаемый Роман Прабу, я уже писал и отвечал на ваш вопрос, что маршрут я не могу вам подсказать. Я могу ориентировать, исходя от места, где мы сейчас идем. Мы сейчас проходим Столешников переулок, дом 13. Повторюсь, проходим Столешников переулок. Куда двинемся, сориентирую по ходу трансляции. Так вот могу вас себя показать. Thank you.
Весь духовный прогресс зиждется на том, что мы общаемся с чистыми преданными, с людьми, которые имеют опыт бхакти, неподдельный опыт реальных отношений с Богом через процесс воспевания. То есть это не что-то надуманное, как некоторые люди такие со скептичным умом говорят, что вы себе что-то надумаете, внушаете, самовнушение, этот ваш процесс. Но на самом деле это не так. Мы можем возразить, и у нас есть аргумент. Потому что когда люди воспевают святые имена, у них реально меняется вкус, и трансформируются вкусы, ценности жизни. То есть то, что до этого привлекало, интоксикация, возможно, какая-то грубая пища, грубые отношения, они сходят на нет, и человек получает счастье от служения, от того, то, что он отдает другим себя. Да, Дуэл Нрисимха, он преданный, который посвятил свою жизнь Харинаме. Очень большая сила появляется у, особенно у Прабу Таюматаджи, когда мы строго следуем регулирующим принципам, принимаем целибат, как это делают брахмачарии. Человек становится более восприимчивым ко всем духовным проявлениям. Неважно, это воспевание, это изучение священных писаний, служение божествам, у каждого своя природа. Ну и так или иначе, как я помню, говорил Чайтанья Чандра Чаран Прабху, чем больше мы очищаем свое сознание, истинное Я, то наша природа все больше и больше проявляется. Мы находим свое место в служении Шрилы Прабхупады. Такое состояние, когда перед Харинамой прям холодно. Но когда начинается Харинама и вот уже какая-то ее кульминация, то просто внутри такой огонь, что ты вообще не замечаешь вот реально внешних какой-то внешних проявлений материальной энергии. Все, конечно, в меру, но Господь, Он согревает изнутри. Даже через перчатку у меня была замерзшая рука уже, а сейчас просто вообще не чувствую. Прям вот настроение, огонь, погода реально тоже распогодилась. Солнышко выглянуло. И это символизирует настоящую победу, друзья, победу в сердце. Победа, она не где-то, вот одна страна победила другую. Это все временные победы. Но есть вечная победа. Да, преданные, пишите, что вам больше нравится, пока показываю.
вот даршан Господа, кто еще не застал. Счастливый Говинда Чаран. Петровка, проходим дом 3. Радуется это яги.
Люди слышат это имя, возможно, первый раз соприкасаются. И такой славный киртан Дойл Лисинки Прабу. Можете написать слова, прославляющие преданных Баларама Прабу, также особая шахти. И реально крутой музыкальный музыкант. Единственное, жаль, хотелось бы, чтобы больше людей было. Кто сегодня с нами подключился, преданные, напишите, кто сегодня с нами. Может, кто-то первый раз вообще подключился на Харинаму. Это Вриндаван Дхам. Преданные перенесли святую обитель, столицу России. И это настоящая победа, когда все одухотворяется, друзья. Когда каждое место становится святым. Почему? Потому что в этом месте преданные воспеваются, это имена Бога. Джай, Ранджендра Сута Прабу. Ну, вас я точно не сомневался. Люди, смотрите, насколько их лица счастливы. Изобилуют улыбки. Махамантра Прабу. Как настрой, дорогой? Боевой? Я понял. Ну, это всегда правильное настроение, настроение служения от Махамантры Прабу. Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама. К сожалению, мы перемещаемся в то место, где у нас были проблемы со связью. Надеюсь, они сейчас не будут. А если и будут, то напишите, пожалуйста, чтобы быть, как говорится, в теме, что происходит. Харе,
Hare Krishna, Hare Krishna, люди, знаете, спрашивают, что такое духовность, которые первый раз слышат о такой философии вайшнавизма. Как вы утверждаете, что вы можете быть душой вечной? Откуда у вас такой опыт? Друзья, вам нужно просто прийти на Харинаму. Это дается, этот опыт, эти переживания, соприкосновение с чем-то вечным. С этим блаженством вечности можно ощутить на Харинаме. Почему? Потому что духовный мир — это всегда праздник. И наша изначальная духовная природа, она призвана для того, чтобы танцевать, петь, выражать свою любовь к Кришне творчески как-то. Харибол, Матаджи Александра, вижу, вы тоже подключились. Нашей Маха-Яги. Так, а дальше продолжит воспевание Матаджи Эканта Рукмини. Огонь санкиртаны, поверьте, только набирает обороты с каждым киртанией. Чем дольше мы воспеваем, тем больше вовлекается наш ум, тем более радостный процесс. Как любит говорить Джанардана Прабху, только после 2 часов харинамы действительно начинается реальный праздник.
Поэтому так важно настраиваться еще до харинамы. Благодаря индивидуальной джапы медитации. Так, Роман, проходим мы, получается, Неглинную улицу, дом 23, и двигаемся в сторону Цветного метро Цветной бульвар. Трубная, Цветной бульвар, вот туда идем, направляемся прямо сейчас. Проходим дом, еще раз повторюсь, Неглинная, дом 23, в сторону Цветного бульвара метро. Там наверняка у нас будет общее фото. Thank you.
продолжаем двигаться по Неглинной улице в сторону метро Цветной бульвар. Там у памятника Никулина можно будет присоединиться, выйдя из метро. Там уже будет общая фото, я уверен. Спасибо, друзья, за ваши сердечки, кто поддерживает. Чувствуется, что вам нравится и передается вот эта атмосфера.
Да, друзья, ради этого стоит жить, ради этого стоит приходить на Каринаму и подключаться на трансляции. Что самое главное, этому стоит посвятить свою жизнь. Кто согласен, ставьте плюсик, либо какой-нибудь смайлик. Харибол, Матыша Елена. Кто хотел бы также, может, знаете, на следующую Махаринаму принять участие, напишите. Дай Бог, чтобы у вас тоже получилось. Окунуться, так сказать, головой в этот нектарный, сладостный процесс. Это настоящее вдохновение. Ведь что такое проповедь? Это вдохновить людей. Вот этот огонь, вдохновение, и это то, что нужно всегда нам учиться поддерживать.
Так, мы сейчас подошли к цирку, Никулинскому цирку. Здесь у нас будет сейчас остановочка, общее фото. И потом обратно в сторону метро Кузнецкий мост пойдем. К месту сбора, откуда начинали. Харибол! Мата же Юлия. Вот такая вот она сегодня праздничная Маха-Ягия. Не знаю, были ли вы у нас уже на трансляции во время Маха-Харинамы. Ну, в общем, вот так это все торжественно выглядит, масштабно. Преданные, несмотря на погоду, довольно-таки аскетичную, вьюга. Довольно-таки прохладно было, даже снег шел в мае. Несмотря на все это, они все равно вышли, и, знаете, прям солнышко засияло, сердце согрелось, и Господь, я уверен, доволен нашим служением. Да, да, Максим, Прабуджи, Хари Кришна. Все здесь, все преданные харинамщики здесь. Сейчас вот будет совместное фото общее. Все группы московских харинам вот собираются вместе и вот устраивают нечто такое грандиозное. То, что действительно у людей оставит однозначно такую самскару, впечатление. И это очень-очень ценно. Поэтому вы также можете поделиться трансляцией с друзьями. Будем вам очень благодарны. Поставьте сердечки вот всем этим преданным, которых вы видите. Матаджи Примавати даже у нас подключилась. Хари Кришна, уважаемая. Вот у нас общая фотка, да. Дорогие фотографы, отойдите, пожалуйста. Ваджита Павана с вами, Джаганат Ки Джай. Дай гор Премананде. Все влезли, да? Да, да, Владимир Прабу. Согрелись, Кришна, святое имя согрели. Шри Харинам Санкиртан Яге Ки Джай. Кришна Махамантра Ки Джай. Приходите, друзья, на Харинаму. У нас много замечательных групп. Гаура-Шакти, Юга-Дхарма под руководством Матаджи Примавати проводит. И вы можете получать всегда вот этот огонь санкиртаны, огонь вдохновения, участвуя на харинамах. Если вы хотите зарядиться духовно, то, пожалуйста, подключайтесь. И дальше мы пойдем обратно, кто знает, кто не знает, обратно мы возвращаемся на место сбора, на Кузнецкий мост метро, еще раз повторюсь, для тех, кто, возможно, захочет подключиться. Да, спасибо за поддержку, Максим. Да, куда ж тут устанешь, наоборот, заряжаешься только. Вот у нас недавно были выездные подмосковные харинамы с преданными Гаура-Шакти, объездили замечательные города и прям зарядились. И у некоторых были реализации, что это были самые лучшие харинамы там за 5 лет у некоторых. Вот такой был огонь. А дальше у нас продолжает воспевание Маха-мантра Прабу. Можно его прославить, поприветствовать. Вообще можете поприветствовать всех преданных. Артурчик, как всегда, преданный харинамы. Хари Кришна. Сегодня очень классный киртани. Не хватало, конечно, Матаджи Примавати, Джонарданы. Но Джонардана сегодня у нас как организатор заменяет, я так понял, он Кришнадаса Кавираджа Прабу сегодня.
очень ответственное служение. Кто не смотрел сначала, можете в записи глянуть наш эфир. Очень мощные воспевания. Дойл Дрисимха Прабу, Матаже Канта Рукмини. И сейчас Махамантра Прабу. Нардана Прабу. А посмотрите, по-моему, в рюкзаке должен быть. Посмотрите, да. Пауэрбанк. О, есть. Матыш Людмилы должен быть. Матыш Людмилы? Да. Ну, где-то вот здесь идет рядом. Посмотрите, где-то в начале, по-моему. А, вот, Матыш Людмила. А у вас есть Мурат, айфона. Заряд. Вот такой вот у нас большой отряд сегодня. Тар. Нашли, да? Нашли? А? Нашли под меня? Ребятки пританцовывают. Совсем понял последнее сообщение, комментарий Максим Прабу. И позитив, конечно, само собой. Мы дарим позитив. Мелодии должны быть такие, знаете, ритмичные, позитивные, действительно, чтобы люди, ну, в какой-то степени забыли о всех своих проблемах, да, и вот оказались в моменте, здесь и сейчас,
соприкоснувшись со святым именем, вот этот опыт пережили. Но даже если он не будет настолько глубокий, то это все равно милость. Thank you.
А люди эти, так сказать, оказались в нужное время, в нужном месте. Праздником, праздником всех. С Днем Победы вас, дорогие друзья. Да, Максим Пропа, у нас и божества, Гоура Нитай, Господь Джаганат, Патита Павана. Сегодня прям настоящая трансцендентная мощь во всей красе, во всем своем могуществе предстала. Давайте спереди покажем наших матажей также. А то мы все киртани. Да, сегодня где не снимай харинаму, там прям нектар. Спереди матаджи, посередине божества, киртании. Сегодня с нами на связи, друзья. Напишите, как вам харинама, как вам маха харинама. Поделитесь, пожалуйста, в сообщениях. Это одна из самых лучших харинам с точки зрения организации всего. Очень классно, очень здорово. Большая работа преданных.
Спасибо, Матыша Юля. И торжественно, и божественно одновременно. Ну, когда снимаете, вы стараетесь не останавливать ход порядка. И всем, кто так делает, скажите, пожалуйста. Да, я на того попробую. Поклоны Господу в этот момент. Он обязательно даже вот такое вот дистанционное поклонение в уме, оно дает необходимое благочестие нам для духовного развития. Даже изображению Бога можно поклоняться и прогрессировать, что уж говорить о божестве. Он не ограничен, он может прийти, так называемая форма арча виграха, чтобы преданный мог устанавливать личностные отношения с Богом, потому что Бог – это личность. Откуда у нас появился этот личностный образ? Имперсоналисты верят, что все должно стать гомогенным, все слиться в единое. Но Господь Чайтанья нас учил единству в разнообразии. И высшее проявление ипостась Бога – это личности. И через отношения с Божеством, воспевание святых имен, можно почувствовать личные отношения с Богом. И есть масса тому примеров людей, которым откликался Господь на их молитвы. Просто обращаясь, Господь слышит. Господа Чайтаньи, настоящие воины, неутомимые, вечно молодые, вечно вдохновленные.
Кришна, дорогой, тебя Шакти Прабху. Ягья удалась, Господь доволен. Это чувствуется, проявляется в сердцах людей преданных. Замечательные киртаны. Дорогой, с юбилеем вашу маму, за что сегодня ваша супруга была. Это был невероятный просто киртан, просто улетный. В этот момент где-то было человек 25 на трансляции, все просто были в восторге. Да, преданные буквально перенесли святую Дхаму в столицу Москвы в этот День Победы. И сегодня Господь Чайтанья однозначно победил. Хари Кришна, уважаемый Евгений Прабху. Да, есть, знаете, такая песня, сейчас смотрю на Матыжи и на колонну. Есть такая песня «Красота победит». Но там не сказано, какая красота. Красота Господа, Его преданных. Нужно продолжить это. Красота спасет мир. Красота преданных, красота Господа однозначно пленит. Преданные молятся, святые, в состоянии молитвы, вот в этом состоянии смирения, что я слуга Твой, Господь. Молят Кришну, чтобы Он проявился, чтобы Он дал вот эту милость. И в действительности чистое воспевание, которое мы хотим обрести, чистое настроение служения, вот эта чистая любовь, она возможна только по милости духовного учителя, по милости вайшнавов. Все, что мы получаем в начале, в середине, в конце нашего пути, это милость преданных. И нету ничего более ценного. Даршан божеств, кто еще не получил. Матаджи Виктория, ну, можно по горячим следам. Прям вчерашняя харинама. Там был настоящий экстаз, погода просто улетная, снег,
метель, поэтому можете посмотреть. И вот до этого мы проводили харинамы, там был Джон Арден, пробу воспевал. Ему надо тоже подготовиться, у нас будет харинама-тур в Европе в конце мая. Поэтому ему надо тоже время на подготовку, отдохнуть. Сегодня он организатор. Но я, конечно, тоже расстроился, что его сегодня не будет. Но сегодня замечательный киртани и так с нами. Мата же Юля в экстазе. Вот человек подлечился благодаря трансляции на харинам, и вот она здесь. Пошли трансцендентные танцы. Вот так вот тут преданный надо танцевать. Энтузиастично. Спасибо вам, Матаджи, Жанна Павловна, что сегодня были с нами. Матаджи Дарья, которая тоже успела и потанцевать, и поснимать, и подключиться на эфир. Мая провозглашаем, что нету другого пути, кроме совместного воспевания святых имен. Тогда мы сможем вместе обрести эту победу в сердце, обрести истинные духовные ценности. Вот она победа. Действительности только любовь. Чем чище она, тем больше радости это приносит. И когда все счастливы живые существа, это настоящая победа. Это настоящая подлинная религия. И вот так вот тот преданный собирается и устанавливает эту настоящую религию. Практику повторения святых имен. Ариво!
забыли об этих отношениях, о своем истинном положении, вечного слуги Верховной Личности Бога, имя Его Кришна. Почему Он всепривлекающий? Вы можете это увидеть. Вот почему, друзья. Потому что люди, воспевая святые имена Его, испытывают эту радость, это вечное блаженство. Ну как вам вообще? Ну Кришна Бог. Да. Вот такой вот был прыжок на финале. Хотел бы попросить всех торжественный. Что ж, друзья, ягья подошла к концу. Спасибо всем, всем, кто был. Спасибо всем, кто поделился эфиром, поставил сердечко. В общем, всем поклоны нижайшие. Как вы знаете, наше фирменное «Воспевайте святые имена». Делайте это внимательно, старайтесь это делать внимательно. Это самое ценное, что у нас есть. Давайте будем серьезными, давайте будем любить и ценить тех преданных, тех близких.